В Калязинском районе новый учебный год начался почти для 2000 учеников из 7 общеобразовательных школ и 3 филиалов. При этом 210 детей впервые переступили порог учебных заведений. В районе активно шла подготовка школ и детских садов к новому учебному году. На особом контроле администрации вопросы, связанные с укреплением материально-технической базы. Так, при поддержке депутатов ЗАГС Собрания на территории Семидняевской и Зареченской школ установлены площадки с уличными тренажерами. Также проведен капитальный ремонт кровли в городской средней школе. К началу нового учебного года все образовательные учреждения подготовлены в срок и были признаны специальной комиссией готовыми. Несмотря на то, что вы небольшая школа, здесь очень активны дети. Они нас радуют своим творчеством, успехами в учебе, в спорте. Здесь очень активны родители Зареченской части города. Это мы знаем, всегда ко мне обращаются. Много местных инициатив здесь реализовано благодаря их активности. Кстати, в двух школах Семидняевской городской средней ведутся работы по созданию и оснащению центров естественной, научной и технологической направленности «Точка роста». Проведены ремонтные работы в кабинетах, приобретается оборудование. К слову, в этом году в школы детские сады Калязинского района пришло 6 молодых специалистов. И, конечно, в День знаний все напутственные слова были обращены к школьникам. Позади долгие летние каникулы, во время которых мы все, как вам кажется, успели отдохнуть. И сейчас с новыми силами мы готовы вновь приступить к учебе и работе. Сегодня мне хотелось бы пожелать вам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы и получать новые знания. К новому учебному году в район доставили 174 комплекта школьной формы для детей из многодетных семей. Данная мера поддержки была введена в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография». Ребята с 1 по 5 класса уже покрасовались в этих новых подарках на первых школьных линейках. От Камчатки до Арбата в этот день в стране у нас первоклассные ребята поступают в первый класс. Первый школьный день прошел ярко, торжественно, с участием родителей и гостей. А впереди у специалистов сферы образования новый этап работы, а у учащихся и их семей новая школьная пора.